Мы сейчас находимся в центре американского города Санкт-Петербург, штат Флорида. Город расположен возле Мексиканского залива и имеет такое же название, как российский Санкт-Петербург. Сейчас мы увидим очень интересный магазин, который был построен в Санкт-Петербурге, американском. Вот буквально через 50 метров, обратите внимание, слева, что мы видим? А мы видим магазин «Владимир» с российским флагом и разными сувенирами. Написано, что российское искусство. Я не знаю, с какой целью открыли этот магазин, но, по моему мнению, это был стёб. Причем магазин назвали в честь президента России Путина. И вот сейчас мы видим, что российский герб прямо в центре американского курортного города Санкт-Петербург, штат Флорида. Ну, не знаю, наверное, постебались россияне с американцев, решили открыть такой вот магазин. Вот я как раз прохожу мимо него сейчас. Вот мы его видим. Сейчас вечер воскресенья, однако посетителей я не вижу в этом магазине, видать, либо он закрыт, либо особо никого он не интересует. Ну вот такой вот магазин. Российский флаг прямо в центре Питера американского. Ну, наверное, в ответ американцам стоило бы открыть в центре Москвы магазин «Обамыч» и американское искусство, продавать американские сувениры. Интересно, как бы отреагировали бы жители Москвы, если бы в центре города, в центре столицы России появился бы магазин в честь Обамы. Ну вот как-то вот так вот решил вам показать этот прикол. На самом деле я здесь очень много раз был, но вот только сейчас увидел этот магазин. Либо я его раньше не видел, либо его построили буквально вот недавно.